Справа синее воскресенье, слева красный Петр и Павел. Подхожу к иконам, кланяюсь, и вот между аналоями полосатый кот. Насчет котов нет никаких правил. Собакам, например, нельзя, а о кошках в Писании молчок. И у кота в глазах следующее. Дурачок. Чего ты маешься? Зачем нагибаешься? Чего машешь рукой? Кто ты вообще такой? Как я уже говорил, про котов нет закона. И, конечно, кот не совсем икона. Природа его слишком проста. Но поцеловать захотелось кота.